не вскрывала. У каждого животного эти железы, они находятся в разном месте. Вот. А она говорит, ну, походим, посмотрим. Не посмотри, посмотри, что. Вдруг поможет. Ну, не поможет, тогда уже надо будет. Сено я, в общем, закупила, все его уже привезли. У нас даже 6 тюков получилось. Тыква, мячик, а он еще не грызется. Оп. Так, пап, ладно, мы поехали, а то у нас здесь куча еще.